Кто самый бравый ребята на свете? Ну, знаю, может быть, евреи. Евреи? Так и может быть. Но сейчас я не о них, а о казаках. Художественное чтение Мурашовой Ольги. Финансово-экономический факультет. Как раз таки о них. Встречайте громкими аплодисментами. Поддержим еще раз Ольгу. Ольга. Располуночной порою сквозь туман и мрак ехал тихо над рекою удалой казак. Черная шапка на бекрине, весь жупан в пыли, пистолеты при колени, сабля до земли. Верный конь узды не чуя, шагом выступал, грибу долгую волнуя, углублялся вдаль. Вот перед ним две-три избушки, выломан забор. Здесь дорога в деревушке, там в дремучий бор. Не найду в лесу девицы, думал хват Денис. Уж красавицы в светлице на ночь убрались. Шевельну до лесу ждою, шпорой прикольну, и помчался конь стрелою, к избам завернул. В облаках луна стрелила, дальние небеса, под окном сидит уныло, девица краса. Храбрый видит красную деву, сердце бьется в нем, конь тихонько клево-клево, на душ под окном. Ночь становится темнее, скрылась луна. Мыть каканочка, скорее, напои коня. Нет, к мужчине молодому страшно подойти, страшно выйти мне из дома, коню дать воды. Ах, небось, девица красна, с милым подружись. Ночь красавицам опасна, радость, не страшись. Верь, каханочка, пустое, ложный страх отбрось. Тратишь время золотое, милая, не бойся. Сядь на борзого, с тобою в дальний еду край. Будешь счастлива со мною, с другом всюду рай. Что же девица? Склонилась, победила страх, робко ехать согласилась. Счастлив стал казак.